рама высохла уже, можно заносить. Сегодня покрасил, уже сухая. Там остатки оставались с крыльев. Свою кару подкрасил чуть-чуть. Ну, это в бачке оставалось, до конца не хватило. Отзаливать не стал. Ну, вот оно, висят. То ли я стал супер классным майером, ни одного потека нет. Вот. То ли нормально краску разбавлял. Все, готово. Так это только вот отсюда, а там еще вон туда, короче, лестница и еще там труба. Ну, частично тракторок висит еще и здесь. Ну, еще частично уже в мастерской. Все, крылья, задние крылья, передние, капот, стойка, старый руль, вот. Карабас, все лежит. Как-то так. Вот, звезды. Два комплекта. 12-24. Люди заказали, заберут. И один комплект тоже уже заказан. 11-26. И остается вот 11. Это все 11-е. И это все 26-е. Буду делать. Цепи сегодня купил. 12,5 метров, два куска по 5 метров, один кусок 2,5. Замки тут, полузвенки, также накладная. И вот звезда на 10 зубьев себе на тракторок хочу поставить. 10,28. У меня сейчас там стоит 11,28, но хочу поставить 10,28. Ну, попробовать варить десяточку на хвостовичок, я думаю, влезет. Вот, как-то так. Тракторок пока пускай пару дней повисит, а я пару дней поточу.